Современный торговый комплекс «Николаевский» находится в центре микрорайона. Но в последние годы покупателям и продавцам не давала покоя единственная проблема – транспортная. Совсем недавно ее благополучно решили. По улице Николаева стали курсировать 65-е и 66-е маршрутки. Репортаж об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До свидания. Двери современного торгового комплекса «Николаевский» открыты и для покупателей, и для арендаторов. Богатый ассортимент продукции всегда радует постоянных клиентов. Свежие, качественные товары, а главное – демократичная цена. Главные критерии их выбора. Хотим предложить в аренду площади на первом этаже, на втором этаже. Это бакалеи, это продукты питания, это такие же товары повседневной необходимости, промышленные товары. В ближайшее время еще запускаются новые павильоны – от 12 до 48 квадратных метров. Здесь торгуют и на свежем воздухе. Представлены бахчевые культуры, сочные фрукты. Их доставляют сюда из различных уголков мира. Торгуем уже не один год, давно. Торгуем в основном овощными, бахчевыми продукциями. Вот. В основном привозим с югов, с республики Дагестан в основном. Запустили маршрутки, я думаю, будут еще больше покупателей, будут еще, как сказать, и в розницу брать. Вот. А пенсионерам, пожилым, у нас еще больше немного скидки будут. На этом рынке все хорошо. Условия есть. Единственное, что по дороге здесь чуть немножко тяжеловато. Доступа, чтобы люди доезжать, заезжать, выезжать, пока тяжело из-за ремонта дороги. Остальное все хорошо. Для удобства покупателей запущены новые рейсы маршруток 65 и 66. Пока, как говорится, начали мы только вот третий день работаем по этому маршруту. Люди еще не знакомы, на остановках смотрят, изучают, мы им подсказываем. Конечный у нас рынок, ярмарка Николаевский. Два маршрута едут навстречу друг другу. И ассортимент большой, и цены низкие, и функционирует государственная лаборатория контроля качества продуктов. И маршрутки ходят. В общем, созданы все условия, чтобы посещать торговый комплекс «Николаевский». Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Андрей Шоглев. Республика.